Время новостей на телеканале «Звезда». В студии работает Олеся Бушунова. Здравствуйте. И сегодня в эфире. Предвосхищая большой разговор с президентом, Александр Лукашенко встретился с журналистами зарубежных и белорусских СМИ. Контракты с Египтом, Суданом и Катаром. В перспективе поставка продукции в Иран и Индию. Полоцкое предприятие «Гидропресс» семимильными шагами осваивает новые рынки сбыта. Сегодня предприятие «Гидропресс» – это специализированный производитель прессового оборудования. У нас на сегодняшний день работает чуть менее сотни человек. Чудом остались живы благодаря белорусским пограничникам. Сирийская семья, мама с детьми, так и не смогла пересечь латвийскую границу. Сейчас беженцы находятся в Верхнедвинской больнице. Перейдем к подробностям. Встреча незапланированная, но важная. Так высказался Александр Лукашенко о приезде зарубежных журналистов. В Беларусь прибыли представители СМИ 9 стран. Визит в преддверии большого разговора с президентом, на чем глава нашего государства также сделал акцент. Вопросы от журналистского сообщества звучали на злобу дня. Превалировала, конечно, украинская повестка, но не обошли стороной и ситуацию на границе, в том числе Беларуси с Евросоюзом. Ответ на любую агрессию в сторону нашей страны будет жестким, обозначил свою позицию Александр Лукашенко и призвал государство к мирным переговорам. Хотите мира в Украине? Давайте завтра начнем говорить о мире. И пушки перестанут стрелять. Сегодня гибнут люди. Давайте это остановим. Европа к этому готова. Европа этого хочет. Она знает, что может быть. Американцы не хотят этого. И наклонили Европу, поставили ее в позу. И делают с ней все, что хотят. Да очнитесь вы, кому нужна такая свобода, когда ты ложишься спать и не знаешь, что завтра утром проснешься. Кому нужна такая свобода? Я искренне вас в этом не понимаю. И не думаю, что вы идеологически зашорены. Вы просто чьи-то мысли выражаете. Давайте договариваться. Только мир. Все равно это закончится миром. Мир идет к тому, что, может быть, и не важно, будешь ты жить в Беларуси, в Украине, в России или в Америке. Мир же к этому шел. Люди свободно перемещались по миру и выбирали место жительства. И не важно, будет тут граница, там граница. К этому все идет. Зачем мы убиваем друг друга? И даже Путин подлетит в Минск и встретимся здесь втроем. Два агрессора и миролюбивый президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Вот если он хочет прекратить войну, с Польшей сюда рядом. Я самолет пришлю, если что, Боинг. Его примем. У нас море международных аэропортов. Его борт здесь номер один приземлится. Было ж когда-то Клинтон прилетал на подобном самолете. И вот здесь, в вашем присутствии, втроем, я вам гарантирую, что Владимир Владимирович Путин сюда приедет. Мы втроем сядем и решим всю проблему. Все проблемы решим здесь. Несмотря на крепкие союзнические отношения, Россия никогда не просила Беларусь начать войну против Украины, констатировал Александр Лукашенко. Сегодня наша страна обеспечивает сохранность рубежей на западном направлении, не позволяя втянуть себя в войну. Что еще нужно сделать для укрепления безопасности, глава нашего государства планирует обсудить в пятницу 17 февраля с президентом России Владимиром Путиным. Разговор пойдет и о повышении эффективности работы совместной группировки войск. К другим новостям. Поставки белорусского продовольствия в Евросоюз по итогам прошлого года выросли в 1,5 раза. Объем экспорта составил рекордных более 8 миллиардов долларов. И это на фоне санкционного давления. Такие данные приводит Минсельхозпрод. Из 100 стран-партнеров стратегическим по-прежнему остается Российская Федерация. Интересны зарубежному рынку не только наши продукты питания, но и в том числе промышленная продукция собственного производства. За примерами ходить далеко не нужно. Полоцкое предприятие «Гидропресс» с конца прошлого года уже освоило 3 новых заграничных рынка сбыта. В перспективе еще как минимум 2 крупных контракта. Об успехе регионального производителя прессов в материале моих коллег. Открыт весь мир. По крайней мере, 14 стран уже в списке партнеров. Полоцкое предприятие «Гидропресс» активно осваивает новые рынки сбыта. С недавних пор плюс еще 3 направления.
Специализированный производитель прессового оборудования начал поставки своей продукции в Египет, Судан и Катар. Параллельно идет изучение потребностей Ирана и Индии. Хотя основным покупателем все же остается Российская Федерация, а если конкретно, железнодорожные и компании военно-промышленного сектора. Что удивительно, с момента действия санкций экспортоориентированный вектор предприятия не то что не уменьшился, наоборот, достиг небывалых объемов в 98%. Санкции на нас не отразились, поскольку мы работаем с дружественными странами, но в какой-то мере они даже, может быть, нам помогли, потому что конкуренты европейские, американские, немецкие ушли с рынка, они стали либо дорого, либо вообще невозможно, перестали поставлять это оборудование, и поэтому мы перестроились, благодаря тому, что у нас производственный цикл полный, мы делаем от начала, от вырезки станины до полностью под ключ, до изготовления оборудования. Количество покупных частей у нас, по сути, только электроника и часть гидравлики, остальное мы делаем здесь. Поэтому мы, в общем-то, выстояли в этой конкурентной борьбе и, наоборот, даже укрепились где-то, нашли новые ниши. Производство под ключ вкупе с высоким качеством продукции и гибкой ценовой политикой равно востребованность предприятия и в целом его успешная работа. Хотя в случае с гидропрессом формула неполная. Сюда важно добавить сильные конструкторские мозги и умелые руки рабочих. Свою роль играет и резидентство в свободной экономической зоне Витебск. Для заказчиков это своего рода бренд и знак качества. Для полоцкого предприятия это возможность пользоваться налоговыми преференциями и за счет высвободившихся средств производить модернизацию. А это, как показывает опыт, не менее важный процесс. С 2020 года мы являемся резидентом свободной экономической зоны Витебск. Это дало нам мощный импульс для развития. Мы, по сути, уже начали переоснащение еще в 2020 году, в этом году. В прошлом и в этом году мы продолжаем это развитие. Мы закупили металлообрабатывающее оборудование. Мы смогли перевести административно-бытовые помещения, улучшить условия труда для наших работников, провести отопление в части помещений. Сейчас вот на этот год запланирована газификация объекта и реконструкция всего большого цеха для того, чтобы сделать из него маленькое европейское предприятие. На производственной площадке в 6 тысяч квадратных метров уже появилось свыше 20 единиц нового или модернизированного оборудования. Сейчас в пути еще один обрабатывающий станок с ЧПУ. Его внедрение положительно скажется на технологическом процессе. Что касается объемов, ежемесячно предприятие производит от 5 до 7 прессов, стоимость которых начинается от 100 тысяч долларов. Позиция руководства гидропресса – каждую заработанную копейку пускать в оборот. Не только на закупку оборудования, но и на поддержку трудового коллектива, а это около 100 специалистов. Хорошая зарплата, соцпакет, возможность учиться и развиваться. Здесь готовы вкладываться в человеческие ресурсы, потому что кадры решают все, в том числе даже самые сложные производственные задачи. Что касается в целом сотрудничества Беларуси с Евросоюзом, то здесь не все так гладко. Страны Запада соблюдают договоренности лишь в вопросах, которые находятся в сфере их интересов. И к ним, к сожалению, не относится проблема беженцев. Истории из серии беженцев вытолкнули на сопредельную белорусскую сторону или вовсе смертельные случаи, идущих за лучшей жизнью в ЕС. Увы, сегодня суровая реальность. На минувшей неделе сирийская семья, мама с детьми, чудом остались живы благодаря белорусским пограничникам. Все подробности в материале моих коллег. Сегодня 13-летний Карим и его 24-летняя сестра Сара и мама Ихсан в полной безопасности. Тогда как 6 дней назад эта сирийская семья даже и не знала, выживут ли. Все же зимний, хоть и белорусский лес, с минусовыми температурами гостеприимным не назовешь. Верхнедвинская центральная районная больница именно сюда. В пятницу днем белорусские пограничники доставили 3 граждан Сирии. Беженцы были обнаружены на белорусской стороне государственной границы с Латвийской республикой. Суровая реальность в поисках обещанной лучшей жизни. Тысячи таких, как Ихсан, покидают родную землю. Она приехала с семьей сюда, так как в Сирии есть война. Сейчас жизнь очень сложная. Еще одна причина, что у нее сын нужен находить в армию, уже возраст, чтобы поехать в армию. И там, если он попадет в армию, то он обратно не вернется домой. Поэтому они решили приехать в Беларусь, чтобы потом поехать в Европу и найти нормальные условия для жизни. Либо Германия, либо Голландия. Но добраться ни до Германии, ни до Голландии у Ихсан с детьми не получилось. Латвийская сторона в очередной раз продемонстрировала европейскую гостеприимность.
وصلنا على لاتفيا، لاتفيا ما خلونا نكمل. В сторону Латвии, пограничцы, да, они не дали ей возможность в Европу попасть. В течение недели или 8 дней первый раз только дали вода, то есть никакой помощи, только один раз дали вода. Громогласные лозунги стран Евросоюза только за последние годы загубили тысячи человеческих жизней. В этот список европейской миграционной политики госпожи Меркель могла добавиться и история Ихсан, если бы не белорусские пограничники. Когда видели, ну, со стороны Беларуси, что у них, что им очень холодно, что у них со здоровьем очень плохо, они их забрали и привезли сюда в больницу, чтобы их лечить. Беларусь, находясь в выгодном географическом положении, для многих и многих беженцев становится своего рода перевалочной базой на пути в страны Евросоюза. Только, как правило, на нас же потоки беженцев и останавливаются. Двери ЕС, как всегда, на засове. Мы давно о ней не говорили и наше общество не посвящали в последнее время в эту проблему беженцев. Мы же прекрасно понимаем, что пусть потоки уменьшился, но все равно люди бегут, бегут от войны. Не останавливается поток движения людей с Азии. Нечистые на руку и совесть, свои же в кавычках сограждане, подыгрывают коллективному Западу. На Ближнем Востоке существуют различные коррупционные схемы. В результате граждане вынуждены расставаться с имуществом, по итогу же остаются ни с чем. Есть человек, который у него есть официальный офис в Сирии и в Ливан. Она платила, или они платили за каждого 7 тысяч долларов. И у них есть один дом в Сирии. Они продали дом, чтобы приехать сюда, а сейчас у них вообще даже дома нету. Сейчас Ихсан и ее дети в Беларуси, а это значит одно – в безопасности. Так было и будет всегда. Они желают оставаться в Беларуси, чтобы у них было место жительства и чтобы ее дети поступали, ну, учили в школу или университета, чтобы они получили отсюда образование. У этой сирийской семьи сегодня в Европе живут родственники. К ним же изначально и направлялись. Встретиться не удалось. Но благодаря небезразличию белорусов Ихсан с белорусской земли сообщила своим, что с ними все в порядке. Живы и здоровы. На сегодня это главное. А дальше, дальше будет видно. Ведь теперь участие в их судьбе принимает белорусская сторона. Капиталина Зинкевич, Максим Корольков, телеканал «Звезда». В рамках инвестиционной программы Витебской области в этом году будет реализовано 244 инвестпроекта. Финансирование внушительное, порядка 164 миллионов рублей, причем 15 миллионов пойдут на объекты здравоохранения. Из глобальных задач – продолжить реконструкцию поликлиники в Орше и начать модернизацию областной клинической и отдельной инфекционной больниц. Сфокусироваться работникам медицинской отрасли Витебщины нужно будет и на дальнейшей реорганизации службы скорой и медпомощи. Процесс начался 2 года назад. Сейчас он затронет Полочину. Здесь на базе местной станции организуют межрайонный центр, который сможет обслуживать жителей 4 районов и Новополоцка. Об этом в том числе шла речь на итоговом медсовете, который состоялся в Нефтеграде. В целом обсудить удалось целый спектр вопросов, начиная от работы медицины на местах в 2022 и заканчивая ближайшими перспективами. Напряженно, динамично, но не снижая качества и доступности медпомощи. В таком режиме трудились новополоцкие медики весь прошлый год. Задачу по отслеживанию эпидситуации и проведению вакцинации граждан против коронавируса никто не снимал. Глобально же усилия были направлены на предоставление широкого спектра медуслуг горожанам и жителям близлежащих районов и отдельно на профилактическую работу. Результат впечатляет. Цифры по охвату населения превысили показатели 2021-го.
Если посмотреть по показателям, конечно, амбулаторно-поликлиническое звено, количество посещений, это больше миллиона. Да, в среднем 10-35 на одного жителя. Если смотреть работу стационарного звена, то, конечно, работа тоже достаточно проводилась активно, и на 20% пролечено пациентов больше, чем в 2021 году. Ну и в этом году, как я уже говорила, мы прибавились районами. Да, наш ряд центров межрайонных стали обслуживать круглосуточно весь практически северо-западный регион. Это касается центров и острого коронарного синдрома, и острого нарушения мозгового кровообращения. Поэтому, конечно, количество пациентов, обратившихся за медицинской помощью, к нам увеличено. О том, как сработала медицинская отрасль Новополоцка в 2022-м, сегодня говорят на итоговом медсовете. В целом, оценка со стороны руководства больницы и администрации города положительная. От обсуждения выполнения всех доведенных показателей до проговаривания существующих проблем. Одна из них – кадры. Сегодня сферу здравоохранения Новополоцка представляют немногим больше 2500 сотрудников. Около 400 из них – это врачи. Ежегодно медицинское сообщество нашего города пополняет порядка 40 новобранцев. Количество неплохое, но недостаточное, чтобы закрыть существующие потребности. Потому что наши врачи уже взрослеют, подходит пенсионный возраст. Молодежь не в такой степени удается нам компенсировать, заполнять вакансии среди нашего медицинского персонала. И над этим вопросом мы уже не первый год решаем. И причем надо сказать, что эта проблема свойственна для всей нашей страны. И этот вопрос обсуждался неоднократно на республиканском уровне. Были внесены даже соответствующие изменения в кодекс об образовании, изменены подходы при наборе в медицинские учреждения образования. Но понятно, что все эти меры, они нам дадут результат в среднесрочной, в долгосрочной перспективе. Но мы чувствуем, что уже на данном этапе, что процесс в положительную сторону двигается. Предоставление жилья, в том числе арендного, увеличение зарплаты и создание условий для повышения квалификации. Такими инструментами на местном уровне удается улучшить ситуацию с кадрами. Куда легче решается вопрос с укреплением материально-технической базы. 2022 был весьма продуктивным для Новополоцкой больницы. Закуплено и получено свыше десятка современных аппаратов и оборудования. И это в том числе позволило открыть центр острого нарушения мозгового кровообращения. Планы на год текущий не менее амбициозные. 2023 год, думаю, для нас будет тоже интересный. Это год юбилейный, 65 лет городу Новополоцку, поэтому, конечно, мы постараемся выполнить все поставленные перед нами задачи. Наверное, те перспективы, которые наиболее важны, это открытие центра раннего вмешательства на базе детской поликлиники, это, наконец-то, открытие долгожданного рентген-кабинета в первой поликлинике, мы получаем оборудование централизованно, ну и, конечно, оказание качественной, доступной медицинской помощи нашим жителям, дальнейшее развитие наших центров высокотехнологичной специализированной медицинской помощи. Расслабляться новополоцким медикам в этом году, как и в предыдущие, не придется. В числе многочисленных задач остается основная – наращивать объемы оказания специализированной и высокотехнологичной медпомощи, чтобы жители города и близлежащих районов по месту жительства получали достойное медобслуживание на уровне области и даже республики. У меня на этом все. Напомню, просмотреть наши программы можно в любое удобное время на YouTube-канале «Звезда». Актуальная информация также в наших аккаунтах в социальных сетях. Сейчас не переключайтесь, я передаю слово нашим коллегам с телекомпании «Воен-ТВ». Вашему вниманию, новости в форме. Это новости в форме. С вами Анна Чижлитаж. Добрый вечер. Медицинский отряд специального назначения главного военно-клинического медицинского центра вооруженных сил разворачивает полевой госпиталь на территории Сирийской Арабской Республики. Здесь будут оборудованы приемные отделения, реанимация, кабинеты диагностики, дневной стационар и перевязочные. Завершены очередные испытания белорусского гранатомета «Сапфир» калибром 61 мм. Оружие предназначено для борьбы с легкой бронетехникой, уничтожения живой силы противника и огневых точек. Гранатомет обладает высокими тактико-техническими характеристиками и может применяться в закрытых помещениях.
Слонимской механизированной бригаде состоялось открытие военно-патриотического клуба «Гренада». В нем уже состоит 32 школьника. Программой клуба предусмотрено изучение разнообразных дисциплин – от строевой, огневой, медицинской и тактической подготовки до занятий военно-прикладными видами спорта. Такой подход позволит воспитанникам клуба стать настоящими защитниками Отечества, определиться с будущей профессией. Руководители силового блока продолжают информировать белорусов о складывающейся военно-политической обстановке вокруг страны. Состоялись встречи представителей вооруженных сил со специалистами предприятий и вузов в Минской и Гомельской областях. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра в эфире телеканала «Звезда». До встречи!